Устав муниципального образования – основополагающий документ, регулирующий сферу правовых отношений по осуществлению местного самоуправления. В соответствии со статьей 1 закона Московской области от 4 июля 2019 года произошло изменение состава территории Ленинского района, в результате чего поселения, входившие в него, утратили статус муниципальных образований. Муниципалитет был преобразован в городской округ. По вопросу принятия устава Ленинского городского округа состоялись публичные слушания. Провел их первый заместитель главы администрации Альберт Гравин. С докладом по обсуждаемой теме выступила начальник правового управления администрации Ленинского городского округа Галина Благодарящего. Глава городского округа является высшим должностным лицом городского округа и наделяется уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Глава городского округа избирается советом депутатов городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Глава городского округа избирается советом депутатов муниципалитета из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса. Срок полномочий составляет 5 лет. Городской округ имеет свой собственный бюджет. Составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно, с соблюдением требований, установленных бюджетным кодексом Российской Федерации. У жителей была возможность выступить со своими предложениями. Замечания Ольги Чеботаревой касались пользования водными объектами и береговой линии на территории округа. Именно уставом устанавливается и изменяется порядок пользования водным объектом и землей. То есть статьей 6 Водного кодекса определено, что только кодексом либо федеральным законом меняется статус пользования местными жителями любыми федеральными водными объектами, либо находящимися в собственности в субъекте. Поэтому, если уставом городского округа будет принят пункт о том, что они именно на местном уровне меняют пользование водой рек, водных объектов береговой линии, это жесткое нарушение федерального закона. Эти полномочия не отданы даже субъекту. Субъектом является Московская область. Альберт Гравин отметил, что все поступившие в комиссию предложения будут внесены в протокол публичных слушаний, который будет направлен главе Ленинского городского округа для дальнейшего рассмотрения. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.